Так, всем привет. С вами Варант. Немного подкалывает горло, извиняйте. Так, тут трансляция у меня шла. Что-то произошло не так, не знаю что. Так, мой канал. Нужно ее удалять опять. Эфир, да, эфир. Так. Удалить. Так. Так. Так, давайте начнем игровой стрим. Да, игровой стрим. Чоу, Кингу. Да, почему бы и нет? Да, я думаю, что должен прерваться, потому что уже столько стримов переделал, и они прерывались, и все. Останавливались, и все. Так. Компания. Кооператив нет, потому что у меня друга с собой нет. Самый в гостях друга нет, друга нету с собой. И я у него тоже не у него сейчас, а у себя дома. Топенский. У меня Топенский в этой игре уже открыт. Крутой Топенский. Так, тихо. Ты чё? Чё это за горилла такая? Ты чё за горилла? Отвечай. Ты что за горилла? Какая-то горилла. Первый раз эту гориллу вижу. Ну, я постепенно двигать, я думаю. Значок это. Это горилла. Какой-то. Моя средняя вот эти, как я. Этих я знаю. Вот этих, которые бегают. Первый вижу. Это, наверное, такой уровень. Что с вами мы увидели что-то новое в этой игре. На. Я ее уже, видите, у меня все прокачано. Если вы хотите, я могу проводить стримы в те игры, в которые я играю. Да. Могу проводить стримы по этим играм. Как, по примеру, сейчас по этой игре. Да, отойдите от меня, от этого. Какого-то, блин, бомжа розового. Какой мой персонаж. Вот, господи, они просто 3-1, это вообще несчастно. Ну, сейчас я вам дам, да, на, идите сюда. Давай, и что ты там бьешь, да, все, побили, да. Молодец, побился. Опа, это бес, пел малиха. Опа, к долгу гиганту успеть завалить, то сейчас мамка кончится. Все, гиганту завалили. Делали. Ну ты идет мне маликофанский. Малой какой-то. Так. Ага. Подбегали. Тихо, друг мой. Вас троих только осталось завалить. Нет, не надо меня выбрасывать. Не надо. Ну за что? За что? Нет. Я же выиграл. Он тоже упал. За что мне это? За что? За что мне это? А ну иди сюда, жирняка. Жирного уже заловили. Лайфик отложили. Давай, теперь маленького. На. Которые слабее тебя, правда, не бьют, но если они на тебя напали, можно дать сдачи. Даже те, кто слабее тебя. Чего они лезут туда? Да? Ты такой же, как я. Да, ну от пура я тебе, конечно же, дам. А ты вообще должен быть сильнее, чем я. Да, Роза, ну я тебя сейчас так побью. Все, тут все слабак, это все равно удар. Подвигали лайфик. Вау, ребята, все, отойдите от меня, мне опасное оружие, вы что, ребята, вы
Вообще, ребят, у меня опасная оружие. Вы что, не знаете, что? У меня опасное оружие. Оружие, оно очень опасное, ребят. Оно идет. Он, ямка, ямочка. Вот так, опа, опа. Ха, ха, ха. Ой, большой стопором, это серьезно? Ну, я думал, что это серьезно. Оказалось, это вообще не серьезно. Полнейшее, не серьезно. А, уже большой, наверное, с мечом. Сильнее. На, большие с мечами. Два больших с мечами. Что делать? Помогите, ребята, помогите мне. Помогите, давай, а потом потрогаем лайф-камеру. Давай, что они там кричат. Давай, на две звездочки, на три. И на три звезды. Е, бой. Левел 8, защита. А, защита себя. Я понял, да? Тихо, ребята, это защита себя. Это защита себя, сюзок. Я сейчас так настреляю тебе, большой. Что ты ел совсем, на тебе по голове. На по голове. На еще раз по голове. Опа. Опа, опа. Ты что, офигели совсем? Вау, вы что, ребята? Вы что, ребята? Вы попутали районы? Вы районы путаете? Вы путаете? Вы не знаете, кто такой Петя Кожемякин? А я знаю, это я. Но не Петя, конечно, Кожемякин. Другое у меня имя. А в игре у меня Петя Кожемякин здесь, наверное. Конечно, он такой тупой, это... На Питю! Ну вы гляньте только на этого дауна старого! Ну как тут с ним можно играть? Это просто... Пошел взять... пополнить себе... манны. Манну. Он взял и выпал с карты. Молодец! Молодец! Так, потрогать лайф. Так. Молодец! Ты просто не даешь. Сегодня жару. Да ну то да, а ну отойди, ты не понял, отошел, ты не понял, ушел тебе, ты все, ушел, тихо, ты что, опять думал упасть, что ли? Так, о! Наконец-то продолжается, а то я думал, опять закрылся ютубчик мой из-за плохой связи. Но нет, мой показывает 30 тысяч, это показывает, так. Загляну на свой стрим. Ну, типа на стриме, с вами смотреть свой стрим, я сейчас не собираюсь. Так, ну, конечно же, мы сделаем самое лучшее качество. Потому что у меня сейчас мобильный интернет, а с вайфайчиком, а когда вайфайчик пропадает, у меня как раз и останавливается моя связь с интернетом. Что-то даже 140 не хочет идти. Даже 140. Кто-то тоже сейчас ведет стрим. Ладно, пока у нас нормальный стрим идет. Я записал вам, как мы деремся. У меня уже там немного... Уже... тяжело! Так что все, я переделался. И настроился на другую игру. Да. Тем, что спартанцев я уже снимал. Тот стрим я удалил, потому что тоже залагал и не вернулся. Партимастер. Нет, тем, что с интернетом он просто никудышный, потому что на каждом шагу реклама, еще раз. Точно. Я ж забыл про выживание в Террарии. А с другом я еще к другу не пришел. Да, так что все. Да, выживание в Террарии. Я ж забыл про него.
Трябва под белое в другую жалку. Дедок. Именно дедок. Вызвание Тарарии, вот это оно. Дом престарелых, так, что ты делал? Мой мир гибы, вот это. Да, вроде бы это мой мир. Да. И это, сейчас скажу, да, это мой мир. Ребятки. Ну, Тарария, сейчас я не хочу. Господи, помилуй. Сейчас я в нее не хочу играть. Не хочу просто сейчас вторая играть. Играл в нее недавно. Так, ладно. Чтобы поиграть. Чтобы поиграть. Ребята, чтобы поиграть. Напишите в комментариях. Там. Под любым другим видео или под этим стримом. Не знаю, можно ли комментировать стрим. Скорее всего, можно. И вот напишите в комментариях, какую игру можно скачать. И нормально поиграть, чтобы было со стримом. И она даже могла бы быть такая с интернетом. И не летали рекламы. Ну, хотя бы так быстро, так часто. Тем, что... Вот это... Тло. Плохо. Нечего записать. Давайте запишем вот эту игру. Она прикольная, я в нее давным-давно играл. Еще на старом планшете. На старом планшете. Слышите эту музыку? Если слышите, поставьте лайк. Значит, я не понимаю, вы хороший человек. Если не слышите, то поставьте лайк. Так, онлайн. Да господи. Так, лайк. Ты там нормально, да? Не шалишь? Не шалишь лайк? 12 минут. По планам у меня лайк должен идти. Я готовился к лайку, да. Сегодня. По планам у меня 25 минут. Самое нормальное. Я не буду... видео, 25 минут одно видео. Кому это будет интересно? Стрим? Ладно. И то я его могу удалить. Так. Старая контрольная точка. Да, я... Если вы хотите такие стримы делать, там, где в ту игру, в которую я уже играл. Я просто иногда такое забываю, просто канал. Да. Забываю, честно. И... Так, ладно, отставьте. Босс я тебя увидела. Так, и... Забываю, да, персонал. Ну... И хочу... Извиниться. То, что я уже такой... Ну, я почти еще не прокачанный тем, что я начал играть совсем недавно. Но дошел до... Не цель, что-то это было. Что это было? Даже не знаю. Так, тихо, годила. Чё? Это типа там зомби, во всем мире зомби. Какие-то монстры, демоны во всем мире. Нужно очищать мир от этих демонов. Так. Так. Тихо, ребятки, всем здравствуйте. Так что... Да, ребята, что-то я не знаю, вылетает иногда трансляция, не знаю чего даже. Наверное, слабенький интернет, не знаю, чё. Да, не знаю. Надеюсь, что делал. А я сейчас пока что продавал предметы из рюкзака тем, что он был забит. Пока что тут ничего не было сверхъестественного. Так просто зомбики побегали, кто побил всех. И все. Да, честно. Так, теперь инвентарь. Вдруг эти штанишки, эти сапожки сильнее. И я был прав. Они сильнее. Эти слабее. Продать. Продел. Сейчас может очень быстро пропасть трансляция.
Это было предупреждение вам, так что, думаю, вы не удивляйтесь, если я сейчас опять начну с того же места. Ну, в смысле, наверное. Тихо! Перепутал. Чуть-чуть. Чуть не обрывается, нам везет. Но я предупредила, она может оборваться. Да, ничего нету. Поднимаемся, поднимаемся поверху по лестничке. Золото, золотишко. Так, понятно. Все, здесь всех поперебивали, поубивали. Выходим. А здесь нас ждут друзья. А, нет. А, да мы у мельницы были в подвале. Теперь мы ее сломали. Ну тогда понятно. Я-то думал. Так, тихо. Аккуратно, собачки. Успокойся, дядя. Да что за бомжи еще прибежали? Нет у меня на вас времени. Бомжи, отстаньте. Вот, со стражниками вот поболтайте. Там есть как раз стражники. Давайте я вам буду читать. Спасибо тебе от всей в ленте. Блин, оно само там. Перелистывать я не успею. Тем, что так уже потерялся смысл. Я тем более первое прочитал, так что... Типа она просит, это я уже проходил, просит защитить дерево милости от монстра. Нам даже подключился стражник. Один. Вы защитили дерево милости. Вы молодец. Вы милый. Так, здание завершили. Если что-то может реально прерваться трансляция, было предупреждение вам. Собаки, отойдите уже отсюда. Так. Отстаньте, бомжи. Я их буду называть бомжами. Выпрыгивают из кустов, как бомж. Тихо. Хватит драться. Уже задолбали. И что? Открылся проход. Так, вот здесь я уже не дрался, так что здесь можно драться. Так, здравствуйте. Что это было? Помогите, не успел прочитать. О, жирный. Что, думаешь, счастли мне так? Да? Ты думал по мне так что попасть? Ой, попал, но даже жизни не снял. Так, ну пошли отсюда все. Тут все тут. Совсем разгулялись, а? Ну? Вы защитили сестру милосердия. А, защитить сестру милосердия надо было, ребята. Мы её сделали. Мы сделали задание. Защитили ее. Так. Вот. Деремся, если что, может пропасть соединяшка. Я не виноват. Она пропадает, это интернет мой виноват. Пусто. Изменить, продать. Да. А это даже хуже, так что это продать. Да. Продали все не нужно, ребята. Так, взять. Все не нужно, ребят, продали. Все не нужно, продано. Колечко. Есть какие-то масочки. Какие-то маски. Что-то маски, не знаю. Так, продолжим. Лука затекла. Так. Так, а надо где? Надо где отсюда? Так, мы куда-то... Мы круговую сделали, ребята, только что.
Ты чё, думал, ты чё, чувак? Успокойся. И все твои дружки тоже пускай успокоятся. Кто у них бомбит, наверное. Что я так легко разношу? Хоп, и уже уровень 8. Всем привет, ребятки! Я вас разнес, давайте перелистаем. Я просто это все везде лук на планшете читал. Так, ну иди. Правильно. Быстро онлайн дело. Я не хочу онлайн играть, я хочу так дойти до туда, куда я дошел до планшета. На планшет. Ой, бронька, шо, мама, не горю. Лайк можно отключить. Это предупреждение вам, зрителям. Я не виноват. Она вот что, думали, тебя очень слышно. Так, я не знаю. Ты чё? Так. Опа, опа, мах. А, это вот ты мне сказал, что ли? Ты сейчас дам. Это ты! Я тебе могу сейчас так дать. Знаете. Да отстаньте, я ж вас тут перебью всех! О, какой-то жирный хер. Ну. Ай-яй-яй, не люблю, когда мне так попадает все. Так, пошлите дальше. Нас типа окружили, типа вы думали, что мы чем-то остановимся? Ой, дед, не надо выпендриваться, давай сразу умирай. Да ты успокоишься, дед, хватит новое платье одевать. Опа, а цехто був только что на меня кинул шарик. А, це вы, дедок, наверное, да, ну я сейчас уложил его. Так что... А, это ты, наверное, да, бомжок? Так. Что ты там на меня заклинал только что? Спокойно. Успокойся, дед магии. Опа, три деда огромные и бомжи его друзья. Да я тебя только убил, ты как уже из ада вернулся? Я так предполагаю, что они это же бесы, правильно? И это мертвые восстанавливаются, ты быстро не знаю. Это типа бесов, я так думаю. Так. Жду. Ага, очень сильные ребятки. Ой, успокойся, обед. Ага, это тоже был дед, честно говоря. Так, на какашку. Так, я... Да успокойся, да я только там два раза убил. Ну ты имей совесть. А. Дед, умри. Только убил деда. Появилось новых. Круто. Как я не люблю этих дедов, вот это постоянно летает, вот это. Ты сегодня умирать будешь, чувак? Только убил новый появился. Умришь ты. Как и шансы. Опа. Отпусти его, что он убил. Я тебе сейчас так дам, дед. Чё ты? Ты чё, дед? Давай, бей его. Добей его, добей! Ты ещё жив? Я даже не думал, что ещё... Да, хватит, проснись.
вниз. Опа. В инвентаре места нету, сейчас мы инвентарь прочистим. От говна всякого. Продать. То же самое продать. Взять. Взять. Продать. 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 Стрим идет же, да. Но если что, там предупреждалочка, я вас уже предупредил, что да, может быть такое, что у меня сам по себе включается стрим. Так, сколько людей? Ой, тут, блин, людей не сколько. 26 минут уже идет стрим. Я думаю, 4 минутки можно подождать. Так. Я был, смотрите, ребята, мы идем вот так вот, вот так вот, вот так вот. И я был вот на этом значке. Дальше вот сюда я не ходил. Так. Всё. Ну хотя мы вот это как раз таки прошли этого деда. Можно на этом и заканчивать. Всем спасибо, кто со мной на этом стриме. А со мной никого. На этом стриме, ну, какая разница, я оставляю на канале, чтобы мы с вами стримили эту игру. Считаем, ребята. Тем, что интернет подключается и отключается. Еще не трогайте меня. Не трогай, бомжи. Ой, такая музыка, как будто мне все жопу наберут. Ой, смотрите, напали на меня, напали. Засидка на меня была. Крутая засидка. Так. Дайте, что нам другое место надо. Давайте сейчас дойдем до туда и все, и хватит. И вырубаемся стрим. Ну, короче, доходим, ребята, до точки. Вырубаем стрим. Всем спасибо будет за просмотр этого стрима, кто был со мной на этом стриме, или кто хотя бы его посмотрит. Всем спасибо, и будет скоро, всем пока. Опять это все бомжи сюда пришли, надо защитить ее, милосердливую всю. Помогите, пожалуйста. А ну отошли, ёпсель мопсель. Ты на меня сейчас только все кидал, да? А ты чё пришёл, Жиня? Ты чё, думаешь, это такой крутой, что ты на меня сейчас каху какую-то кинул? Нет, ты не крутой после этого. А ты куда побежал? Так, куда ты вылез из канализации? Обратно мне. Чё, канализационный. Так, а ну успокойся. Помог, что дальше? Вы защитили сестру милосердия второй раз. Какие-то проваленные доски с бомжами. Какие-то не люблю вот этих бомжей. Такие тупые. Отстаньте. О, вот здесь мясо пошло. Так. Все, нету мяса. Поломали мы всех, ребята. Поломали. Так, успокойся. Ну-ка, давайте, ребята, сюда заходим. Здесь еще ваши друзья. Засаду устроили-то нам.
Давайте я с вами поделюсь тогда. Уже тогда. Все, хватит вас. Так, что такое? Ладно, так. Бежим, 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 бежим. Отстаньте от меня, собаки бездомные. Так, стоп. Вы что, кто тут там кричал? Кого-то забрали, что ли? Ну-ка. Ну что, я видел желтый знак восклицания. И слышал, как женским голосом кто-то прокричал женским голосом. А-а-а! Понятно. Значит, показалось. Привет, бомжи. Опять схваточка, только уже вообще слабенькая с бомжами. Так, ребята, сейчас доходим до той части. Это типа там сохранялось как бы. Мы ж не деремся. Я вам когда примерно на третьем стриме она у меня будет онлайн игра по этой игре. Я хочу вам показать свое лицо, Дарья. Но я хочу, чтобы у меня были подписчики. У меня 4 подписчика, и всех этих я подписчиков знаю как-то. Ну, как-то не круто. Хотелось бы, чтобы меня поддерживали мотивацией не только же мои друзья, которые на меня подписались, но и другие люди, которым я интересен. Но я чувствую, что я никому не интересен, может, я и закрою свой канал. И, кстати, мы транслируемся 32 минуты с половиной, а я обещал 25. Так что, ребята, всем спасибо. Кто всем спасибо всем моим друзьям, которые поддерживают, чтоб я снимал ролики. Ну, я чувствую, мне никто не удивил. И хотелось бы, чтобы меня смотрели не только мои, ну и другие, кто на меня подписан, но чтобы я не знал, кто. Хочу, чтобы так было, так случилось. Будет круто. Вот у моего друга есть подписчиков. Нормально так. Но он их, к примеру, хотя бы знает. А я всех своих подписчиков знаю, как бы. Это не круто, это не камильфо. Я хочу вам показать свое лицо. У меня будет ровно 10 или 20 подписчиков. Ставить лайки, все на вас рассчитывается. Я сделаю, честно говорю, покажу вам свое лицо. Честно. Да, честно покажу вам свое лицо. И вы еще ни разу его не видели. То, что я листал, к примеру, и даже думал, это не то не я, кстати. Да, то мой друг. Телефоном, да. Всем спасибо. Всем реально спасибо. Всем пока.